Сегодня четвертый день, заключительный витрильницкого тыждня. Витрильницкий тыждень объединяет в себе три различных мероприятия. Первое мероприятие, которое мы сейчас видим, это открытый чемпионат Украины среди юношей и девушек в детско-юношеских классах. Оптимист, кадет, лазер 4.7 и 420. Кубок водного, это в крейсерских яхт, это переходящий кубок, первый учрежденный в этом году Одесским национальным морским университетом. И регата в спортивных классах ФИН и СБ-20. Все эти мероприятия проходят в рамках витрильницкого тыжня, который стартовал 24 июня. А сегодня заключительный день, последние гонки и подведение итогов и награждение. Данное мероприятие проходит при поддержке областного управления по делам молодежи, семьи и спорта. Относительно детского мероприятия, чемпионата детской области среди юношей и девушек. Он проводился как минимум 7 лет назад. И мы его возродили, новое руководство федерации его возродило и объявили открытым. И он у нас, кроме формального, прошел не только формально, то есть мы имеем большое количество участников. Только в классе «Оптимист» заявлено 59 участников. Это, в принципе, уровень чемпионата Украины. И это, если мы говорим об Одесской области, это не только Одесса. Это Одесса, команда Одессы, Сергеевки, РНИ, Южного. То есть, особенно, что мне приятно, что эта команда из РНИ приехала, 4 человека участвовать. Это очень большой, я считаю, успех и даст большой толчок. И также мы имеем участников из Николаева, Херсона, Днепропетровска и Киева. То есть приехали к нам еще гости из других городов, что тоже нас радует, как организаторов.